У Мазыры завершилось проведение диалоговых пляцовок. Апошними на ИЕ вышли представники державного и приватного бизнеса, которые обмерковали ситуацию в экономике. С загученными проблемами и пропановами по их вырашению ознакомились наши корреспонденты. Мониторинг экономической ситуации менавіта на Мазырской диалоговой пляцовцы не выпадковы. Гэты район уключены у державную программу паскоранага развіцця и повинен з'являцца прикладом для інших регионов. Удельники диалоговой бизнес-пляцовки перакананы, починать необходимо с кадров. Без сапраўдных профессионалов ничего не атрымается. Причем тычыцца гэта не только державного сектора. У приватным так само есть проблемы. Мы должны больше в секторе развития предпринимательства обращать внимание и поддерживать бизнес, который основан на каких-то новых технологиях, на организации производства, потому что это очень важно. Торговля у нас сегодня довольно-таки развита, вот. Ну и, наверное, бизнес этот проще. Вот. Но производство мы должны рассматривать как основную идею, новые технологии, высокопроизводительные рабочие места должны создавать. Особливая увага сельской мясовости. Занятость населения тут обеспечивают у основном сельскохозяйственные предприемства, плюс социальная сфера. Створение новых працовных мест стремливается у первую шаргу недохопом специалистов отповедного узровню. Хоть и у самих КСУПах и акционерных товариствах кадровых проблем хапая так само. В усиляким выпадку несвоечасовые разлики за оказанные им послуги сегодня зусим не выключение. Расчеты, которые проводят сельхозорганизации, значит, там либо через поставку своей продукции, мясо, молоко, зерно, вот, ну, либо, если есть какие-то там средства безналичные, то это имеет меньший удельный вес гораздо. Один из главных кадровых резервов для полепшения ситуации у экономики – молодь. Сярод сучасных навученцев колледжов и студентов ВНУ сапраўды шмат инициативных. Але при этом покуль их идеи, звычайно, так и застаются на паперы. Навод написать бизнес-план, які потым можно будет реализовать на практике, могут одинки. У сувязі с гэтым агучваецца пропанова об створении своеасаблівай системы падрыхтоўкі будущих предпринимальников, якія могут працаваць у існуючых умовах. На стадии обучения написания проектов, конечно, нужно привлекать вот бизнес-центры, которые бы вот конкретно бы рассказывали, показывали, ну, может быть, на примерах каких-то, потому что проектов очень много, а именно в дальнейшем реализации и как заработать на этих проектах деньги, мне кажется, это немножко недостаточная информация у наших молодых людей. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра.